В Ипатитах продолжается ремонт пустующих и находящихся в неприглядном состоянии муниципальных квартир. Мэрия приводит жилплощадь в порядок и предоставляет социальный или коммерческий найм. На данный момент из 22 запланированных в этом году к ремонту квартир, 17 уже готовы, что называется под ключ. Как выглядели они до ремонта и как сейчас? Разницу увидел Антон Рассказов. Татьяна Владимировна, в этой квартире мы с вами были полгода назад. Вот я вижу уже изменения, но что было сделано? Потому что прям проведите нам экскурсию, пожалуйста. Произведена замена входной двери, произведены замены межкомнатных дверей, оконных блоков. Отделочные работы производились, электромонтажные работы. И далее по длинному списку. Замена сантехники, коммуникаций, проводки, новые обои, дверные ручки, выключатели, электрическая плита, приборы учета на холодную и горячую воду. Словом, все для комфортного проживания. А вот так эта квартира в доме номер 23 по улице Предова на 4-м этаже выглядела до ремонта. Захламленная, пыльная. Перемена налицо и в квартире на 3-м этаже на улице Ферсмана 50. Обои, сантехника, стеклопакеты, пол и потолок. Вот как жилье выглядело до ремонта. Обновлению радуются и соседи. Были тараканы, были все. Но сейчас исчезло. Но оттуда все шло. Это ясно было? Все ясно. Откуда могут быть? И люди же здесь постоянно живут. Я же сижу уже сколько. Сейчас ничего нет? Сейчас ничего нет. Тараканы исчезли. К началу июля из 22 запланированных в этом году к ремонту квартир отремонтировано уже 17. Из бюджета на эти цели выделено 6,5 миллионов рублей. Да? Основная масса – это однокомнатные и двухкомнатные. Трехкомнатных очень мало. Всего в Ипатитах около 400 муниципальных пустующих квартир. Ежегодно город выделяет средства на их ремонт. Каждый год бюджет выделяет определенную сумму денег. Эти квартиры ремонтируются и потом передаются в комитет по управлению имуществом администрации города Ипатита. Дальше распределяется следующим образом. Большая часть идет на социальное жилье, это очередность, ну, вот, и на коммерческое найм. Таким образом, в Ипатитах очередь на жилье ежегодно сокращается. За последние несколько лет мэрия отремонтировала более полусотни квартир. Во многих из них уже новые жильцы.